чем смысл жизни вот для тебя? Я могу тебе целую картину по этому поводу разрисовать. Давай. Давай только так скажем. Я не буду тебе рассказывать, как я пришел к этой картине. Я только расскажу, вот, что я увидел. Да? Да. Увидел я следующее, что вот представь себе, ну, по последним наблюдениям ученых говорят о том, что, скорее всего, Вселенная состоит из бесконечного числа измерений, да? То есть бесконечное число вариаций. Это означает, что есть Вселенная, в которой присутствует то, как ты посчитаешь нужным. Да. То есть, условно, есть Вселенная, в которой я являюсь обладателем Нобелевской премии, например. Да? Теперь представь себе вот это многомерное, многовселенское пространство, где есть точка, в которой мы сейчас находимся, да, и есть точка, в которой, ну, даже возьмем там не обладатель Нобелевской премии, где я являюсь суперменом, да. Вот представь себе точку от меня текущего к той вселенной, в которой я являюсь суперменом. Соответственно, okay. В этом многомерном пространстве можно построить вектор реально математический от текущей точки, от нашей вселенной к той вселенной. Соответственно, понятно, что дойти до той вселенной, где я являюсь суперменом, слишком сложно и дорого, технологии еще не существуют, нужно там 5 звезд спалить, чтобы это произошло. Но вектор-то понятен. Вот, соответственно, я, находясь в этой вселенной, человек для себя определяет своими мечтами, он как компасом определяет, в какую сторону он хочет двигаться. Вот он мечтает о том, чтобы там у него женщин много было, или о том, чтобы у него там миллиард был, или чтобы его картина висела в Лувре. И вот эта мечта является некой путеводной звездой, к которой ты движешься. При этом на самом деле в каждый момент времени ты не перемещаешься с одной вселенной к другую, а ты натягиваешь вселенную на себя. Каждым своим решением ты двигаешь свою вселенную в сторону все ближе и ближе к своей мечте. Okay. Вот, соответственно, я считаю, что смысл нашей жизни заключается в том, что мы определяем вот эту цель, да, я для себя ее определил, я там, ну, чуть подробнее об этом тоже расскажу, если будет интересно. Но дальше, соответственно, каждый день своей жизни я не имею ни малейшего представления о том, как я туда дойду, у меня нет четкого плана. Но у меня есть понимание, что я хочу двигаться в эту сторону, потому что это в сторону моей мечты. И каждым своим решением я, соответственно, жизнь двигаю, вселенную нашу двигаю в эту сторону, и от этого получаю безумное удовольствие. Вот этот процесс движения между вселенными в сторону моей мечты для меня является наполнением моего смысла жизни. Вот. При этом мечта тоже меняется со временем, да? Там, мы пока молодые, когда я молодой, я мечтал о том, чтобы там миллионером стать до 30 лет, да? А потом там, чтобы у меня семья была, там, хорошие дети. Потом я понял, что надо какие-то цели ставить дальше, за горизонт событий, да? Чтобы они были недостижимы в этой жизни, но чтобы к ним можно было стремиться. И вот я для себя определил, что в профессиональном плане моя мечта – это получить Нобелевскую премию по экономике за то, чтобы научиться как венчурную модель экономики, которая сейчас доступна очень узкому кругу людей в долине, чтобы превратить ее в мировую экономику, чтобы условно каждый малый бизнес мог использовать тот же самый принцип оценки будущего потенциала и иметь доступ к деньгам на основе этого будущего потенциала, а не на основе того, какие у тебя активы сейчас есть. Вот мне кажется, вот моя цель, она профессионально там находится. При этом не спрашивай меня, как я туда собираюсь попасть, у меня нет никакого представления. Но я каждый раз, когда мне в руки попадает какая-то информация или возможность, чтобы что-то сделать с этой экономикой, у меня сразу руки начинают чесаться, потому что я понимаю, меня тянет вот в сторону этой моей мечты.